учениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры в разум неприступные Твои, а славы, и яко благословенны все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присной во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую ты сравнение Серафим, бедственнее Бога, славородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним, высокопресвященнейший Владыка, благослови. Молитвами святого Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Боже и Господи, силы сия, Твари Содетелю, или за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти Твои. Сам Владыка человека любче, прими нас грешных благодарственно сей молебной молитвой, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врат. Пригласи страху Твоему плоти нашим, и не уклони сердец наших за веса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрячи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, без начала Отцу Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Господа молимся, докуда просветится свет Твой при человеке, якода видят добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего и Жидесте на небесе, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сон Господень, Кенкерим, Он кричет, и слава Тедеспота, и слава Тедеспота, и слава Тедеспота. Благослови, Лады, благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Отвечни мир, и спасение душ нашим Господу помолимся. Спасение их, Господу помолимся.
скорби и гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоей благодатью. Господи, помилуй. Преблагословенную и славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко подавали Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Господь, Господь, мудрый,
Пред Господи,
братья, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которые кровь для очищения греха, вносятся первосвященником о святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. И так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Нефти! И Духове Твоему! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Священницы Твои облекутся в правду, и преподобные Твои возрадуются. Час приедет вор,
кто бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им имение свое в меру хлеба. Умягчи и к твоему познанию обрати. Мир церкви твоей верным чадом я подашь. Да единым сердцем и единым усты прославим тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, ви. Господи, помилуй. Верно, что помолится, да Господь помилует. Господи, помилуй. Огласи ты словом истинным.
Thank you.
великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято Троица Сергия и Лавры, священного архимандрита и господина нашего, высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита восточноамериканского, первоиерарха русской зарубежной церкви. Да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеские чины притча церковной, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, настоятеля, притч, прихожан и всех живущих в селении сем, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ия, всех где предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богу предадим. Аминь.
веки веков. Аминь. Мир всем. Господа нашего и Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Победную песню поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Свят, 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 Господь.
неутомимое восставление грехов. Кровь моя Нового Завета, я разовы и за многие и вливаемая в оставление грехов. Одесную сидели, второе и славные паки пришествия, твоя после твоих, тебе приносящая о всех. И за все. Сергия, митрополита Барнаульского и
и Алтайского, приносящего святые дары сия, Господи Богу нашему, о великом Господине Отце нашим Кирилле, святейшим патриархе Московским и сия Руси, о высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, первоиерархе Русской Православной Зарубежной Церкви, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и всем священничестим и иночестим чине, о богохранимой стране нашей области и воинстве ее, о мире сего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочтением и страхом Божьим труждающихся и служащих, о исцелении в немощих лежащих, о успении, славе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же кижда в помышлении и мать, и о всех и за Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И да будут в милости и великого Бога, и Спаса нашего, и Иисуса Христа со всеми вами. Поминувши погибаки миром, Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и священных честных дарех, Господу помолимся. Господи, помилуй. И я, когда человека любит Бог наш, приеми его святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник во неблагоухание духовного вознеспослит на божественную благодать, и даст Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение оставлений грехов и прегрешений наших у Господа просим. Нашим и миром мира Господа просим. Отдай, Господи. Прочее время жата нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Причастие Святого Духа, и спросившие сами себе друг друга и весь живот